Назло всем, и все же она прыгнула. Дарья Клишина вышла в финал Олимпиады в Рио. Клишина единственная российская спортсменка, допущенная до соревнований по легкой атлетике из-за дисквалификации Национальной Федерации в связи с допинговым скандалом. Нервотрепка позади. Впереди финал, а между ними квалификации. Прыжок Дарьи на 6 метров 64 сантиметра. Итоговый 8-й результат. Не самая, конечно же, лучшая попытка в этом сезоне, но этого оказалось достаточно, чтобы выйти в финал. Сама она объяснила это сильным стрессом из-за проблем с допуском к соревнованиям. А лучший результат показала представительница Сербии Ивана Шпанович. 6,87 за ней. Я сегодня нервничала. Это был день для слива адреналина. Знаю, что могу прыгнуть дальше. Нервничала из-за того, что была последнюю неделю в режиме ожидания. Сейчас я думала о технических моментах. Я проверила разбег. Чувствовала себя нормально. При этом спортсменка отметила, что чувствует себя в Рио хорошо. И негативного отношения к себе со стороны атлетов из других стран пока не замечала.